девочки встали, девочки настроились. Так, внимание, девочки все собрались. Запомните, девочки, вы должны быть какими? Привлекательными и обольстительными. Девочки, запомните, девочки, милые, это подиум. Это дорога жизни. Жизни. Итак, учимся дефиле. Нет, дефиле это не еда. Дефиле это духовная пища, ясно? Не пицца, а пища. Пища. Никакого смеха. Девочки, собрались, смотрите, я модель. Девочки, я модель. Ручка. Бедрышко, ручка на бедрышке. Носка впереди второй. За носу, оп, стоит. Риточка пошла. Ра-та, ти-та-та, ти-та-та-та. Да коленочки не цепляйте за коленочки. Не хрустят коленочки, Риточка. Рита, у тебя коленки стреляют. Или смазали, надень глушители. Легче, Дарья. Легче, та-та, ти-та-та. Легче, Дарья. Носочек чини, носочек чини. Не колготку чини, Дарья, а носочек. Ясно, пошла. Ти-та-ти-па-па, ра-та-ти. Что ты встала? Что ты встала? Не хочешь ходить по подиуму? Почему? Хочешь быть фотомоделью? Вы слышали, девочки? А? Кто тебе сказал? Кто? Папа? Скажи своему папе, что даже за его бабки максимум, на что ты можешь рассчитывать, это работать не фотомоделью, а фотообоями. Ясно? Тема закрыта. Посмотрите, девочки. Лопатица. Это не модель, нет. Это не модель, это цыплята табака. Смотри меня, да? Бедрышко, ручки, вот. Оп, да, вот, вот, пошли. Раз, да, раз, папа. Да, раскачиваем бедрами. Не так сильно раскачиваем, вылетите, поймаюсь. Да. Риточка, где у тебя бедрышко, Риточка? Где у тебя бедрышко? Кто тебе сказал, что там бедрышко? Где ты вычитала? Господи, Риточка, бедрышко находится между пяточками и темечком. Ну кто тебе виноват, что у тебя пяточки и сразу бедрышко? Минуя стадию коленочек. Так, давай, настроились, пошли, пошли. Раз. Кто сказал перерыв? Перерыв. Запомните, подиум это искусство. А искусство требует... Кто сказал жрать? Риточка, у тебя какой рост? 192. А вес 42. Господи, с таким огромным весом ты еще думаешь о еде. Запомните, девочки, девочки, запомните. Главное блюдо модели отварное слабительное. Пошли, пошли, девочки. Раз, два, лопати. Тра-та-туски. Таня, о чем ты сейчас думаешь? Нет, ты не об искусстве думаешь, я завижу. Аня, ты видишь, ты думаешь о колбасе. И причем так сильно, что Ниночка за тобой спотыкается об свои слюни. О высокой моде думай. Вы должны быть готовы ко всему, понимаете? Сегодня на тебе короткое и безовое. Завтра идешь по подиуму, голова обритая, ноги нет. Потому что эти кутюрье, они за все чокнуты. Они счокнуты, эти кутюрье, но... Они за все, он все время над утюгом. Он создал модель, и все, его вдохновение парализовало. И ты должна донести его мысль. А ты как идешь? Ты движешься как штраф в размере 10 минимальных месячных. Ясно? Пошли. Ла-ти-та-та-та, тра-та-ти-та-та-та-та, ля-ля. Как ты? Что это такое? Что это? Ты же модель. Ты модель. Ты должна возбуждать в женщинах зависть, а в мужчинах низменные чувства, ясно? Низменные, а ты возбуждаешь инстинкт самосохранения. Запомните, девочки, запомните. Мужчина — это ревизор. Мужчина — это ревизор. Он проверяет вашу наличность, понимаете? Наличность. Давай, предъяви нам наличность, лялечки. Это не наличность. Это сдача. 20 рублей мелочью. Наличность не нужна, понятно?
Хорошо, пошли. Раз, два, скользим. Парим над подиумом. Парим. Раз, два, парим над подиумом. Скользим. Людочка, я говорю, скользим над подиумом. А не гребем, как маму с детонатором в зубах. Пошли. Та-та-та. Ты зачем здесь, Людочка? Зачем ты здесь? Хочешь выйти замуж за иностранца? Можешь смело давать объявление. Хорошая, простая, надежная лопата ждет иностранного сапера. Пошли, раз, два, ты, ра-та-ти, раз, два, пирожок на... Тьфу ты, вот и я, иди, стал думать, все, все, перерыв, все, идите, обед, обед, все. И запомните, вы должны быть привлекательными, очаровательными и обольстительными, ясно? Я не могу, слово ясно, понятно.